Просто повторите, пожалуйста, со мной как надо ехать? Как с ведром. В течение скольки времени вы меня... 20 минут. 20 минут. Дальше. Ну, подробности наших с вами дружбы. Да, нашей дружбы? Да дружба вообще такая, то что все время я пролетаю на минимальный заказ. И поэтому? Так и поэтому каждый день вожу. Ну, пролетаю на минимальный заказ, непонятно. Объясните людям. Я вас пиарю вас. Я села, вы мне что сказали? А, по цене что? Все, скажите. За 300 рублей, что там? Вот. И в связи с чем? И плачу, и плачу. И плачу, но еду. Почему? Ну, а как с таким человеком не проехаться-то? Да, то есть вы мучаетесь, но возите, да? Да, да. Понятно, да, да. Потому что я что? Хороший человек. А, да не в этом речь. Меня хвалить не надо. Вы мне скажите закономерность, которую вы... Я села к вам сегодня в машину. А за то, что вы как ветер, с вами и ни одной пробочки. Вот, господа, я заметила такую тенденцию. Чем больше в Москве пробки, тем вероятнее, что я поеду без пробок. Мы опять за 20 минут в пятый раз с Виктором. И опять за 300 рублей. Это колоссальное везение. Сегодня на Беговую 22, именно по этому адресу я езжу всегда с Виктором. Чудеса, совпадения или судьба. С вами была Лена Полякова.